Это история о правовом беспределе со стороны сотрудников ДПС и суда Красноярского края по отношению к действующему сотруднику полиции, который отстаивал свои права. Чтобы вы понимали, о каких сотрудниках ДПС идет речь, мы покажем видео с недавним происшествием. Вот те самые беспредельщики в погонах. Здесь они во всей красе. Вот так служит гражданам полиция Красноярского края. И этим сотрудникам безоговорочно доверяет суд. К нам обратился бывший сотрудник полиции Красноярского края. Почему бывший? Об этом он подробно расскажет сам в нашем сюжете. Ну как это? Ну я же не управлял. А здесь написано, что управляющий. Ну, не я придумал эти бланки, понимаете? Если бы был бланк написан, я бы написал машину. Я понимаю, что они вы их придумали. Ну, почему бы не подчеркнуть, что я не управлял? Ну, нельзя такого подчеркнуть. Ну как это? Сначала они пояснили, что якобы без света, потом они меняли показания, сказали, что он двигался на габаритах. В действительности этого всего на видео нету, так как автомобиль не двигался. Смысл это выдумывать. По итогу я был уволен. Вот, в принципе, чем я поплатился за честность и образцовое выполнение задач сотрудника полиции. Я находился в городе Канске, микрорайоне Стрежевой, второй Стрежевой. В общем, у знакомого я приехал туда еще, наверное, часов 7-8 вечера. Мы собрались, в общем, распивали алкогольные напитки. Когда закончились, с нами была большая компания, был и трезвый человек. Предложили трезвому человеку съездить в магазин, поехали в магазин на моем автомобиле, так как, в общем, мы же предложили, поэтому на моем поедем. Простая ситуация. По пути уже, когда двигались с магазина, загорелся чек. Чек – это поломка двигателя. Остановились, и водитель ушел за найти еще водителя трезвого и отбуксировать как-то машину, так как я был против оставлять эту машину в не своем городе. И, в общем, улицы там темные, освещение вообще ноль. На этом месте находились, наверное, минут 15-20 мы. В машине нас было трое. Я находился на заднем сидении. На переднем сиденье никого не было. В общем, ситуация вот так вот происходит, что наклоняешься вперед взять сигареты, и в этот момент подъезжает сзади автомобиль, подходит сотрудник ДПС, стучится в окно просто. На тот момент я сам был действующим сотрудником полиции, ночь, понимая, что такое работа в полиции, хамить смысла нету. Конечно, открыл ему окошко, прям вот так протянулся, открыл, поинтересовался, что ему нужно. Он спросил, что за автомобиль, иностранные документы, вот у нас рейд, проверяем, в общем. Я с пониманием понял, сюда перелез, открыл ему капот, так как, не знаю почему, не стал обходить просто машину. Открыл капот, вышел, с ними пообщался. Они попытались сверить ВИН-номер, который они в итоге так и не нашли. И в разговоре, как я понял, они просто учуяли запах алкоголя. Он исходил от всей компании, у нас там в машине было трое. Они предложили пройти в машину, якобы составить объяснение, что вот этим автомобилем на казахских номерах я управляю с какого определенного периода. Как я понял, им это нужно, чтобы, если штрафы приходят, нарушения с видеокамеры, чтобы на кого-то потом это их выписывать. У меня штрафов не было на автомобиле. Я прошел машину. Где он достал протокол, что такое административный протокол, конечно, я тоже знал. Начал составлять протокол в отношении меня по статье 12.8, часть 1, якобы за управление. Так как документы я ему показал на машину, и права, что я собственник. Он сказал, ты водитель, вы сюда ехали. Я пояснил, я же не ехал. То есть с самого начала, естественно, я ему сказал, я не ехал, мы просто стояли. Сюда приехал другой человек, но как должны сотрудники полиции это делать, в общем, они не устанавливали ни причину, ни кто приехал. Это вообще никто не спрашивал. Возможно, кто-то бы, если так как передвижения нету, кто-то из троих, другой из троих людей в машине, да. Хотя сотрудник ГАИ сам видел, что я при нем перелез на водительское сиденье сзади, заднего сиденья с пассажирского. В общем, спорить с ними тоже бессмысленно. Составили они протоколы. Естественно, я везде написал свои возражения по этому поводу. От освидетельствования я не отказываюсь, так как от состояния опьянения бессмысленно отказываюсь. Этим я ничего и не нарушал, не запрещено, в принципе. Пройти освидетельствование
на состояние опьянения медучреждение согласно? Да. Здесь пройти медицинское свидетельство, вы пишете словом согласен. Удостоверяете свою запись в росписи и закупку протокола росписи. Так, еще раз. И вот, видите, пройти медицинское свидетельство. Пишите согласен, ну, видите, что либо согласен, либо отказан, что вы пишете. Еще раз, что-то похоже, протокол такой же. Ну, не одинаково, только один на месте протокол распространяется, второй. А где здесь написано, где проходите свидетельствование? Ну, медицинское свидетельствование, состояние опьянения у нас проводится. А почему здесь написано управляющий транспортным средством? Я не управлял. Я это думаю, это протокол. Ну, я не управлял. Ну, все, можно об этом говорить. Свидетельство согласны? Ну, конечно, согласен, но я не управлял. Пишите согласие. Как я буду отказываться? Ну, я не управлял. Да все, мы уже об этом слышали. Мы уже написали. А? Как? Не понял. Слышу. Я говорю, не управлял. Я не управляли. А вы утверждаете, что я управлял? Сейчас. Нормально. Вы меня остановили на ходу? Нет же. Сидел в машине, подъехали. Так. Ну как это? Ну я же не управлял. А здесь написано, что управляющий. Ну не я придумал эти бланки, понимаете. Если бы был бланк написан, я бы не писал машину. Я понимаю, что они вы их придумали, но почему бы не подчеркнуть, что я не управлял? Ну нельзя такого подчеркивать. Ну как это? То есть если я подпишу, значит я соглашусь, что я управлял транспортным средством. Согласитесь пройти медицинское свидетельство. Интересно. Но я не управлял. Как быть? Будете писать, да? Ну конечно буду. Пишите. Ну как? Вы меня, в общем, провоцируете подписать и все, да? Я спрашиваю вас, ничего не заставляю вас делать. Ну, мне вот больше кажется, не наличие недостаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства находится в состоянии опьянения. Потому что я вообще не водитель. Я пишу по факту, а не то, что вам кажется. По факту чего? Вы будете писать, нет? Ну, конечно, буду. Ремешком пристегивайся. Еще раз? Ремешком пристегивайся. Ну, а то, что не управлял автомобилем, я везде указал, дождался суда. В мировом суде пришли все свидетели с моей стороны. Со стороны гаишников свидетелей вообще не было никаких, ну и доказательств у них не было. Кстати, на месте они тоже отказались предъявить видеозапись. Пояснили, что у них пульт сломан, якобы, и они не могут продемонстрировать доказательства видео, что у них есть. Когда я прибывал в отдел ГИБДД по городу Канску, мне тоже отказывали, поясняли, все видео в суде получишь. Вот и все. Хотя, согласно КОАПу, незамедлительно должны ознакомить, когда ты ходатайствуешь об ознакомлении. В общем, а на следующий день, и вот это все происходило, когда ездили на освидетельствование, был такой разговор между мной и сотрудниками ГАИ, якобы, ты шум не подымай, они мне говорили, и, возможно, тебя даже с работы не уволят, может, даже не увидят. Ну, такой, как бы, на развод больше похоже, потому что, ну, надо быть глупым, не понимать, что сотрудников полиции каждый месяц проверяют по базам, есть ли на них какие-то протокола, там, административные, что-либо они нарушают. Ну, это все и так понятно. На что я ответил, что, естественно, буду оспаривать и ни в коем случае, ну, не буду соглашаться с вот этим вот всеми административными действиями с их стороны. На утро я уже, будучи трезвым, в 10 часов утра отправился к инспектору по разбору в надежде, что он мне, может, покажет видеодоказательства, и мы на месте разберемся, что на самом деле это никто не ехал, и вот это все фальсификация является. На въезде в Канск меня уже ждал под путепроводом еще один патруль ДПС, который меня сразу же остановили и заявили, что якобы у меня поддельные документы на автомобиль. Ну, повторюсь, те же документы, по которым 12 ночи этого же дня, они оформляли меня по статье 12.8. То есть тогда не было ничего поддельным, к утру уже поддельным стало. Изъяли, нарушая все процессуальные действия, у меня автомобиль. Под обманным предлогом якобы опять получить объяснение, предложили отправиться в муниципальный отдел полиции по Канску, на нефтебазе расположенной, где меня завели в дежурную комнату, в комнату дежурной части, и просто закрыли в кабинете, удерживали там более 3 часов, наверное, даже. Без объяснения причины протокола доставления никто не составлял, задержание тоже. Просто потом прибыла опергруппа,
и которые сказали, что якобы поддельные документы, надо, в общем, все изымать, составлять. Ни видеозаписи, ни каких-либо свидетелей, понятых они не приглашали. Это все просто сфотографировали меня в руках с номерами и сфотографировали машину. То есть это все процессуальные действия. Так они изъяли автомобиль, который, кстати, не подтвердилось, что он якобы распил, либо карпил, так называемый. Автомобиль в полном порядке, и там придраться на самом деле не к чему. В общем, меня продержали в органах дознания, наверное, до 5 часов вечера. Так я не смог попасть к инспектору по разбору. Но вот я позвонил на телефон горячей линии ГУВД, как я и делал, в принципе, когда меня оформляли по статье 12.8. Тогда, кстати, ответственный не приехал разобраться в сложившейся ситуации. В этот раз уже начальник ГИБДД Тарас, по-моему, фамилия, позвонил мне, пригласил в кабинет, где пригласил этого сотрудника ГАИ. Они что-то переглянулись, перекивались. И Тарас уже начал мне угрожать, якобы, вот тебе светит вообще 327-я статья. Это подделка документов, на секундочку, серьезная статья. Я пояснил, что вам, наверное, лучше надо читать книжки, потому что какой у меня мотив подделать какие-то документы, где бы я их мог сделать на коленке. Я пояснил, что я автомобиль приобрел в городе Красноярске. Да, у человека не русской национальности, кавказской, ну и в чем проблема. Я списался в интернете с ним, в принципе. Предоставил ему копии своих документов, то есть паспортовский. Но он сделал на меня доверенность, я приехал за готовым автомобилем, все. Почему нет? Цена сладкая, в принципе, это недорого, 170 тысяч для Subaru Legacy 99 года. Достаточно, ну что сейчас можно взять? Русский автомобиль нет. В общем, вот такая полемика у нас произошла. В итоге, опять же, он отказался мне предъявить какое-то видео, включить, показать. И сказал, все, разбираться будем в суде. В суде в Каннском я не стал разбираться, так как местным я решил не доверять. Написал ходатайство о переводе дела по месту проживания моего, по месту регистрации. Там в мировом суде разбирательство переносилось 3 раза. Сотрудники ГАИ не прибывали вообще на суд. Только со 2-го или 3-го раза прибыл всего лишь один сотрудник, который, кстати, не был инициатором. Он просто как свидетель, получается, проходит. А как может быть свидетелем заинтересованное лицо? Ну, суд все-таки принял сторону сотрудников ГАИ, якобы отдав им предпочтение, и указал, что недостоверные сведения, что на видео присутствует факт передвижения, преследования и так далее. На самом деле это не соответствует действительности, такого не было в априори, не могло быть. В принципе, потому что этого не было. С моей стороны прибыли 4 свидетелей, которые пояснили, что прибыл водитель, кстати, который не успел прибежать тогда, когда отправился отбуксировать. Меня уже увезли на свидетельствование. А в принципе, в итоге-то он машину забирал. Но они уже не уточняли ничего, кто ехал, куда ехал. То есть они не разбирались и не опрашивали свидетелей всех этих, которые готовы были пояснить, что никто не ехал. Все меры для расследования не предпринимали. В суде все свидетели с моей стороны прибыли, но суд отдал вот такое вот решение. Я обжаловал решение суда мирового в районный суд федеральный, где уже я был с адвокатом, нанял адвоката, Розман Юрий, где истребовали вот эту видеозапись, чтобы ее смотрели в суде. В суде было рассмотрено. Сотрудников полиции, сотрудников ГАИ была такая история. Якобы они подъехали к магазину «Байкал». Там находился автомобиль за рулем, заведенный, рядом стоял за рулем, никого не было. Они якобы покараулили, постояли, отъехали и проследовали за ним. В действительности же на их видео видно, что они подъехали к магазину «Байкал», да, там стоит автомобиль. Они покрутились сзади, развернулись и уехали в сторону города Иланского на выезд. А этот автомобиль, когда они уже отдалялись, развернулся и уехал в город, в центр, в Каннск. То есть связи, причины вообще никакой. Они за ним не проследовали, судя по видео. Повернули на подсобное, по-моему, это называется. Там едут через какие-то улицы. Вообще, кроме них, никто на видео не передвигается. Видят, они подъезжают просто к моему автомобилю, припаркованному, незаведенному. Даже там, хотя бы стопори бы горели, кстати. На моем автомобиле просто турбодатчик установлен. И ты не заглушишь быстро. Фары будут моргать еще минуту. Сам двигатель не заглохнет, так как турбина тогда перегреется. Они просто подъехали, и началась вот эта вот полемика. И исходя из этого, даже если придерживаться их истории, допустим, они допускали, что там употребляют спиртные напитки, люди приобретают еще и собираются ехать. Но работа сотрудников полиции состоит из сначала
профилактики, потом предотвращение, а только потом пресечение. Соответственно, они видели, что пьяные люди, как они полагают, могли сесть и ехать, да, и просто допустили, так это содействие совершению правонарушения тогда получается. Почему тогда они не остались возле магазина и не караулили вот этот автомобиль, а подъехали к моему, который находился там почти в 300-400 метрах от этого места, от магазина «Байкал». Эти странности никто не стал разбираться. Также они в рапорте указывают, сотрудник якобы увидел, как автомобиль перед ними проезжает, ну вот перекресток, проезжает перед ними автомобиль с включенными. Сначала они пояснили, что якобы без света, потом они меняли показания, сказали, что он двигался на габаритах. В действительности этого всего на видео нету, так как автомобиль не двигался. Смысл это выдумывать. Также они придумали, что через три улицы они видели, как, наверное, летучие мыши, такое у них зрение, видимо, как автомобиль передвигался, тем более без света. Там, поясню, там улица не освещенная вообще, и если бы какие-то хотя бы маленькие огоньки продвигались перед их машиной, как они поясняют, то это было бы отражено на видеозаписи, и, в принципе, оспаривать бы тут было нечего вообще. Если сотрудники полиции преследуют, то это и есть преследование. Они без всяких мигалок и чего-то еще просто подъехали к стоящему автомобилю, видимо, решили проверить, что там. И вот чуя запах алкоголя, я так понимаю, в преддверии новогодних премий, решили создать искусственную статистику в раскрываемых каких-то правонарушениях, преступлениях и так далее. И повысить ее за счет меня. Конечно, меня этот исход не устраивает. Также протокола, кстати, за передвижение с невключенными световыми приборами не составлялось, как я полагаю, так как доказательств для него не было никаких, а соответственно бы это было проблемой для протокола по поводу части 12.8 части 1. На это тоже судья не посмотрела, и в общем в районном суде было доказано, предоставили снимок, скриншот спутниковой карты, а с того места, где они поясняют, они ехали, что-либо видели, 300 метров ночное время, и там три улицы, дома высокие, двухэтажные, некоторые даже, по-моему, трехэтажные. В общем, там вообще ничего невозможно видеть. Ну, это уже просто байки были. Придуманная история, якобы, вот мы ехали, увидели, как ехала машина, с расчетом на то, как они мне поясняли, ты давай не поднимай кипиш, там не обжалуй ничего, и все будет нормально. То есть, при таком раскладе, возможно, бы никто бы не докапывался. Но, тем не менее, все равно в суде судья заявляет, что их показания опровергаются показаниями моих свидетелей. Их показания опровергаются снимком со спутника, вот этой скриншота карты. Но, тем не менее, зачитывает суд, ну, судья вот так вот. Суд решил отдать предпочтение, так и прописано в постановлении, сотрудникам ГАИ. На секунду, на тот момент я тоже был сотрудником полиции. А почему предпочтение им? А почему им вообще должно отдаваться предпочтение, если судьи должны судить согласно закону? И все сомнения трактуются в сторону обвиняемого. В общем, ни пленум по поводу того, что сотрудник полиции – это заинтересованное лицо, так как инициатором составления протокола является он, ни пленум по поводу того, что должно быть четкое передвижение, и нельзя оформлять людей, которые не управляли, а просто находились на водительском сидении в заглушенном автомобиле, даже в состоянии опьянения. Факт управления – это четко зафиксированное, согласно закону, по разъяснению Верховного суда, четко зафиксировано вот воздействие человека, если человек себя оказывает на автомобиль, в результате которого он передвигается в пространстве. В пространстве там передвигались только сотрудники полиции, сотрудники ГАИ, все, этого не было. Дальше я обжаловал обжаловал 8-й кассационный суд, где, кстати, просто, как по моему мнению, никто даже не смотрел это дело и не разбирался, так как прислали постановление с кассационного суда, полностью идентичное с постановлением мирового судьи, опять с теми же пояснениями, что видно передвижение, доказательства логичные, дополняют друг друга, но этого все действительно нет. Никто даже не читал постановление предыдущего суда, где было разъяснено, что ошибок там и сомнений достаточно, более чем достаточно. Далее я написал ходатайство в мировой суд Ланский о том, что чтобы мне предоставили опять все видеозаписи, полностью копии, я планирую подавать в Верховный суд. Далее я не собираюсь сдаваться, так как я этого не совершал, почему я должен платить штраф и нести вообще ущерб за то, чего я не совершал. Согласно КУАПу, опять лицо, виновность в чем не доказано, не должен нести ответственность. Прихожу ознакомливаться, и здесь выясняется новая ситуация. Когда открыли дело, я отфотографировал все материалы дела от корки до корки.
достали диски, а с дисками ситуация следующая. Один сломанный напополам. То есть самопроизвольно он так не мог поломаться, компакт-диск. Тем более они два вклеены в одном листе. То есть, видимо, вот так вот пальцами просто выдавили. На втором диске, где имелась запись с ручной камеры, это момент освидетельствования, так как на других записях у них звука нигде не было, момент освидетельствования, подписания протоколов, где они неоднократно мне угрожали, якобы сейчас позвоним начальству, давай подписывай, давай быстрее, в общем, подгоняли, либо сейчас машину еще заберем на штрафстоянку, нарушение опять прав и норм. Вот этот диск, на нем видеозаписи нету, оставили маленький кусочек длительностью 4 минуты, хотя там присутствовало почти на час разговора. А третий диск, на нем есть какие-то файлы, но это не видеофайлы, формат изменен до безобразия, их даже в звуковом режиме ни в одном из плееров не получается воспроизвести. Нашли такой же плеер, как у судьи установлен, тоже не воспроизводит. Судья отказалась воспроизводить, якобы пояснила, что у нее все воспроизводится. На самом деле это, ну, это просто ложь, обман, потому что ничего не воспроизводится. И вот такие странные события, а для чего тогда уничтожать улики? Вот в чем дело. С машиной ситуация развивалась дальше так, когда ее изъяли. Через буквально 2 недели меня вызвали в муниципальный отдел Каннской полиции и предоставили якобы заключение эксперта. Но это были не заключения, это были ксерокопии. Такой прием могут использовать якобы потом, если в суде обжаловать, скажут, это были черновики, а не оригиналы, мы просто перепутали. В общем, в одном из них экспертиза на номера, госномера, во втором экспертиза на СТС, в общем, свидетельство транспортного средства, где они указывают, что госномера иностранного государства они проверить не могут, так как им неизвестна технология иностранного государства, а вот сложный документ СТС, в котором много степеней защиты, он практически как российский паспорт, в общем, светится под ультрафиолетом, много степеней защиты, якобы они смогли проверить, и якобы он поддельный, это произошло все ровно за 2 недели. А на секундочку, надо было сначала сделать запрос в Республику Казахстан, стоит ли на учете такой автомобиль, когда прибывал, когда убывал. Проблема в том, что мой автомобиль не находится ни в розыске, ни в угоне, нету близнеца так называемого. В общем, абсолютно чистый автомобиль, ну да, на иностранных номерах. А что запрещено? Нет, это страны Союза. Почему нет? Каждые 3 года поехал, съездил. Я сам родился в Республике Казахстан, у меня там множество родственников. То есть они даже на вот эти вот моменты не обратили внимания, где, в общем, их ждет, грубо говоря, засада. Продержали автомобиль месяц, попытались провести еще экспертизу над автомобилем, вызвали меня для этого. Я, естественно, все снимал на видео, где, опять же, это происходило так. Просто прибыли на штрафстоянку, вот, где Попов ИП. Прибыл участковый, почему-то участковый этим занимался с помощником. И прибыл какой-то гражданин в гражданской форме одежды. Как он пояснил, что он якобы эксперт. Просто мы подошли к автомобилю. На секунду опять это вещдок, и он должен был полностью весь изыматься и обклеиваться, чтобы к нему не было доступа. И действительно, все части машины, которые открываются, ну, можно получить доступ, были обклеены, все, кроме водительской двери. В общем, на ней не находилось никакой надписи, что обклеено, следователь, не следователь, кто изымал. То есть этого ничего не указано. Видео у меня это имеется все. Просто вот эта бумажечка, она лежала на панелечке аккуратненько. Ну, наверное, может кататься брали, не знаю. Ну, можно чего угодно допустить, да? В принципе. И как и с ключом от зажигания, его не изымали никаким документом. Как они указывают теперь, я обжаловал все действия. Ключ, час мы искали, ждали, пока какой-то следователь, который спал дома, ключ оказался у него. Ну, как я понял, этот следователь никак не имел отношения к делу, он не участвовал ни тогда, ни сейчас. И как у него оказался ключ, почему дверь, да, не опечатана. Когда я уже забирал, они все-таки провели экспертизу без меня, установили, что узлы машины не менялись, в общем, не резалось, не переваривалось, все вот как с завода, так и есть, как могло быть иначе-то. Но когда я забирал машину через месяц, выяснилось, что рамки, где крепятся номера, госномера, они поломаны, видимо, как выдирали. И имеется вмятина, в общем, на пороге машины. Это довольно такая серьезная вмятина. О чем я указал, тут же позвонил на телефон дежурной полиции, вызвал опергруппу, это все зафиксировали. И, как всегда, написали, что якобы никаких нарушений со стороны сотрудников полиции не имеется. В общем, отписок. Наверное, листов 200 уже лежит вот такая пачка. Никто ни в чем не собирается разбираться.
Совершенно. Просто сам себя орган наказывать не будет. Это глупо. А дальше пишешь, скидывают сюда обратно по ступеньке, якобы, чтобы разбирались на месте. Никто сюда не хочет ехать разбираться. Машину я в итоге все-таки забрал. Мне пояснили, что никаких ограничений нет. СТС в рамках проверки, в рамках следствия находится у них. И вот у меня есть протокол изъятия, подтверждающий этот факт. И я могу двигаться дальше без ограничений. Я еще на тот момент не был лишенным прав. Я отправился домой, в свой город, Иланский, на этом автомобиле. Ну, на подъезде, прямо возле дома, считай, что, наверное, возле подъезда самого дома, меня ждал новый патруль ДПС. Это уже были сотрудники ГИБДД Иланского. Один из них мне был уже давно знаком, так как в результате моих обжалований его действий он был наказан. Прокуратуре было вынесено представление, это было в январе 2019 года. Ну, как я полагаю, вот злоба и затаилась, так как человека лишили премии и вынесли выговор или даже строгий выговор. В общем, это по службе, это очень большой минус, отрицательный момент. Ждал меня уже он, и где тут же остановил, подбежал и спросил, хотя, в принципе, откуда он мог знать. Но, как мне потом удалось узнать, раньше он работал в Каннском ГАИ, в общем, много у них осталось знакомых. Подбежал, сразу спросил, где находится мое СТС. Ну, естественно, я логику вещей сразу понял. Я сказал, а вы что, не знаете, где находится? У меня документы есть, да, там находится, в чем проблема? Нет, это езда без документов. И составили, началось составление опять фиктивного протокола по 12.3. Хотя, на самом деле, уважительность причины присутствовала отсутствие документа, так как я не по своей вине его ни дома оставил, ни в джинсах где-то на рыбалке сжег. Он просто находился на проверке, не по моей инициативе. В итоге составляется протокол, меня забирают документы, даже не просто забирают, а изымают, так как 20 минут для сотрудника полиции хватает, чтобы переписать данные. Они их удерживают более 2 часов в своем автомобиле, я вызываю опять ответственного по городу Иланского на ТМВД. Приезжает ответственный приехал, в общем, мягко говоря, безответственный, который сходу начал не разбираться в ситуации, а как путь не решал наезжать просто на меня. А с такими претензиями, а почему вы ездите пьяный? Я сначала даже опешил, думаю, где я, когда ездил пьяный. А оказывается, они там уже посмотрели, и вот начали, что на вас то-то составлено, то-то. Опять же, ну я ему на что пояснил, что презумпцию невиновности надо было бы почитать данному сотруднику, прежде чем высказывать такие громкие заявления. И вообще не мешало бы уточнить, кто он на самом деле. Он сказал, что он ответственный. Я попросил удостоверение, которого у него не оказалось просто-напросто. Я спросил, по какой причине у него его нету. Он сказал, что нету, забыл. В общем, вот когда заварилась вот эта вся ситуация, изымать опять машину они передумали. Все действия прекратили, быстренько составили протокольчик по 12.3, предложили подмахнуть, и все разъехались. Ну, все это длилось часа 3-4, на улице минус 25, стоять холодно достаточно. Да, мне пришлось подписать только этот протокол, на остальные действия я не согласился, поэтому они просто, как я понял, протокола смяли. Тоже прибывали какие-то, видимо, знакомые в качестве понятых, которые мне заявили, что мы встретимся в суде, и они сразу пропали. На утро пошел обжаловать эти действия все, на что мне сказали, нет, все законно, уважительность причины вы не сообщали, то, что у вас СТС изъято, вы не сообщали. Пришлось обжаловать дальше, написал в прокуратуру, где также сказали, что я не сообщал. Ради интереса я написал даже жалобу по поводу того, что сотрудникам полиции было допущено грубое нарушение федерального закона о полиции, что не имел при себе документа, как он вообще осуществлял деятельность. Да? Но что был такой достаточно смешной ответ, якобы этот сотрудник испугался моего агрессивного состояния. То есть, ну если боитесь, идите тогда в сельхозработы, там не страшно. И в связи с этим он не предъявил удостоверение, а позже якобы в машине ДПС он мне его показал. Есть одно «но». Удостоверение не предъявлял, стояло двое или трое соседей, свидетелей, которые на вот эту всю ситуацию вышли. И в машину ДПС я вообще не садился принципиально. Вот в чем дело. Ну, это просто наглая ложь, которую выдумывают вот так вот от себя, якобы лишь бы просто замолчал, отстань от нас и больше сюда не пиши. Краевая прокуратура запросила все материалы, видео я предоставил, отправил в прокуратуру вот этого всего общения, всех этих нарушений, установил данные свидетелей, тоже им отправил. Буквально вчера общался со свидетелем, он сообщил, что никто ему не звонил, не уточнял, как это было. Ну, потому что это может светить? Опять же, строгий выговор начальнику и плюс этим ребятам, да, двоим. Кому это надо? Ну, это все понятно, почему я должен страдать от незаконных действий. Как-то я вечером двигался домой,
по главной дороге, и, в общем, с прилегающей территории выскочил автомобиль и допустил столкновение. Столкновение повлекло мой автомобиль от удара вообще в неисправность, почти заднюю часть почти что оторвало. Ну, в общем, банально, да, вроде бы ДТП. Откинуло еще мою машину в столб, вызвали сотрудников ГАИ. Сотрудники ГАИ приехали, и как раз приехал вот этот вот гражданин, который оформлял по 12-3. Приехал он, это было в январе, то есть до всех этих событий 2019 года. И, знаете, он так быстренько все зафотал, предложил проследовать в отдел ГИБДД по Иланскому. Я удивился на самом деле, потому что, ну, как бы все на месте составляется, зачем куда-то ехать. Мы проехали туда, но мои предположения, вот этот парень, который в меня въехал, он был чем-то знакомым, и на него не хотели просто протокол составлять. А в итоге сами пострадали намного больше. Как дальше развивалось? Мы прибыли в отдел ГАИ, где сотрудники ГАИ, я работал всего, наверное, года два в полиции, поэтому там не все знали, что я сотрудник полиции. И начали такие высказывания, грубо говоря, как сейчас вообще обоих оформим, если отсюда не уйдете. В общем, оформляйте сами, ничего мы вам не должны. Всячески снимая с себя обязанности, хотя звонок был на дежурную часть, зарегистрированный КУСП, они всяко должны были отреагировать. Это как минимум 736 приказ. И вообще гражданин обратился, сообщил о, в общем, происшествии. Более того, такое происшествие, они сослались на европротокол, якобы возьмите европротокол, составьте сами. Европротокол составляется в том случае, если участников аварии два, и нет ни у кого претензий, то есть все согласны. А здесь столб электропередач, он как бы кому-то принадлежит, и это как бы чье-то имущество. И кто-то может завтра прийти с претензиями о том, что столб поврежден, да? Есть какой-то ущерб. Третий, получается, участник ДТП, и уже здесь европротокол как бы он не подходит совершенно. Но тем не менее, сотрудники полиции открестились, нас, грубо говоря, послали, ну как нас, меня, потому что, естественно, мне надо было оформляться, у меня машина повреждена. Закрыли, хлопнули дверью, сказали, у них закончился рабочий день, ушли, а те сотрудники, которые были в патруле, ну, ДПС машины, они сказали, нам надо ехать дальше патрулировать, и уехали просто. Остались в купе вот в этом, в прихожке ГАИ. Я с пассажиром, который в моей машине находился, и тот парень со своим пассажиром, естественно, ему я уйти не позволил, сообщил, что нам надо составлять вот этот европротокол хотя бы. А саму аварию я зафотографировал сам на месте еще. Мы составили европротокол, с этими бумагами я отправился в страховую компанию «Надежда», где мне пояснили, что это не будет страховым случаем, так как собранные документы неправильно должны были оформлять сотрудники ГАИ, где справка предписания, где постановление вообще о нарушителе. На секундочку, вот тот гражданин, он нарушил правила ПДД, ему должны были выписать как минимум штраф за то, что он не уступил дорогу. Этого не было сделано, это как минимум сокрытие правонарушения. Никто за это не пострадал, как я понял, вот только одного сотрудника ГАИ наказали. Я пребывал еще в этот отдел ГАИ, наверное, на протяжении двух месяцев, трех. В общем, не хотел ссоры между отделами, так как линейный отдел и районный отдел это в одном городе Иланском находится. А я человек маленький, в общем, простой, из деревни. У меня нет там ни папы, ни дяди, ни тети в полиции. Я просто вот устроился и работаю. Но на что они не пошли, на эти уговоры, в общем, отправили меня в ЖЭК и, в общем, возьмите справку там, что столб не поврежден. Ну, так-то это должен проводить сотрудник полиции в рамках проверки, а не я, да, уполномоченное лицо. Если ему надо, пусть истребует какие угодно материалы. В общем, я отправился просто в прокуратуру, решил не тянуть больше времени, указал все ссылки на нормативные акты, где что нарушили сотрудники. Да, прокуратура помогла разобраться, виновные были наказаны. Аварию реконструировали, наверное, на следующей неделе, вызвали нас всех на это место. Сотрудники понесли наказание, как я уже упоминал. Да, я благополучно уже получил выплаты компенсации за автомобиль, ущерб. И вот спустя, наверное, полгода, не заставив долго себя ждать, вот такие действия. Такое повышенное внимание в такой короткий период не может быть просто совпадением. Как бы, ну, тут нереально. После всех этих событий у меня на работе тоже началась гряда всяких неудач. Неудач каких? То, что, во-первых, по итогу я был уволен в связи с решением поступка порочного честь сотрудника полиции, которого я не совершал. Как я уже объяснил, уволили меня в период временной трудоспособности, я находился на больничном. Раза два за все время, пока длились суды, мне предлагали
типа собственного, я категорически отказался, так как не считаю это целесообразным и планирую оставить до конца всю эту историю, добиваться справедливости. Что еще хотелось бы сказать? Дело в том, что все вот эти действия, они сопровождались еще прям большим количеством нарушений, причем моих прав, свобод и законодательства действующего. Когда я занимался автомобилем, когда забирали его, когда проводили вот это изъятие, мне поступали угрозы. Потом вследствие, пока двигалось у них следствие, которое на самом деле никак не двигалось, также поступали угрозы, на которые я тоже сообщал, делал сообщение, писал заявление в МВД, это ГУМВД России по Красноярскому краю. Ничего не было предпринято, так же, как и везде. Просто приходила отписка якобы со стороны сотрудников полиции. Не было и не установлено законных действий или нарушений действующих законов. Но на самом деле, какие конкретно были угрозы? Вплоть до того, были угрозы, что меня караулили возле дома, пытались незаконным методом как-то притянуть на повторный допрос, на что я им отвечал по телефону, что вызывайте повестку. В итоге повесток так и не было, соответственно, и просто нужно было мне туда притянуть, чтобы опять заставить подписать какие-то документы. Предыдущие документы, связанные с изъятием автомобиля, тоже были подписаны под давлением и угрозами применения физической силы. Я не мазохист, и, в принципе, когда вас окружают сотрудники такого класса, как оперативники и следователи, и когда они находятся еще при исполнении, и их по количеству больше, не является целесообразным им перечить, так как это навлечет на вас дополнительные беды, которых и так уже достаточно, и надо как-то просто уйти целым оттуда. В общем, ни на какие контакты я потом больше не шел с сотрудниками полиции. Если что-то хотите, приезжайте домой. Вызывал на все угрозы, на каждую. Я вызывал ответственного на дом по месту жительства. Ответственный брал заявление, принимал сообщения, объяснения мои. Но в итоге никакого хода этому не было дано, все просто замяли. На сегодняшний день мне приходится часто менять место жительства, так как я опасаюсь угрозы и возможной расправы. Думаю, после всех действий моих вряд ли обо мне просто так забудут. А что касаемо работы, была проведена служебная проверка с нарушениями. Ладно, допускаем, что можно уволить в период нетрудоспособности в связи с совершением поступка порочащего честь, так как вступил в силу решение районного суда, это суд второй инстанции. Но служебная проверка не может быть закончена, пока человек находится на периоде невременной нетрудоспособности. Соответственно, она уже с нарушениями. Как ее можно признать действительно? Надо было дождаться, пока я буду с больничным. Причем настолько торопились, что на больничном я пробыл еще неделю, в общем, еще лечился. Всего лишь что неделю надо было подождать, но даже этого времени не захотели ждать. Просто меня как неугодного сотрудника несговорчивого выгнать из органов внутренних дел. Вот, в принципе, чем я поплатился за честность и образцовое выполнение задач сотрудника полиции. Настоящих задач, которые прописаны в законе, так, как это прописано. И за всю правоту, что я отставил. После увольнения даже я был еще травмирован при исполнении служебных обязанностей, и после увольнения мне долго затягивали с выплатами, и я, в принципе, предполагаю, что выплаты страховые, так это страховой случай, я предполагаю, что бы вообще не выплатили, если бы я, опять же, не поднял шум, не начал писать во все возможные инстанции, и только спустя 3 месяца мне удалось получить эти выплаты. Также был незаконный приказ, сфальсифицированный начальником МВД России на станции Иланская. Это приказ о лишении меня премии. Да, на самом деле премия выдается на осмотрение начальства как стимулирующий какой-то предмет. Но в приказе было четко прописано приказ, на секундочку у нас, от
если не ошибаюсь. В общем, был издан еще в декабре 2019 года. На тот момент еще даже суда первой инстанции не было принято никакого решения этим судом. Соответственно, моя вина не была признана. Я оспаривал все действия. Но в приказе было указано, что якобы лишается премии в связи с совершением поступка порочащего честь и в связи с тем, что в отношении меня то, что я понес ответственность в результате действий, совершенных предусмотренной статьей 12.8, частью 1. Но как я мог понести ответственность, если еще решение не было принято? Еще велась проверка тем же судом. Далее, после увольнения, мне стало известно, что никаких выплат за время выполнения сверхустановленной нормы работ мне тоже не будет производиться. Это тоже неправильно, так как выплаты должны быть. Переработка часов в год довольно-таки большая. Ее не платили ни разу. Я, в принципе, не требовал ее ранее, так как, повторюсь, служил всего 2 года и знал, что эти часы копятся. И, опять же, повторюсь, что у меня не было ни жены, ни детей, ну и, в принципе, они не были нужны. Я планировал эти часы отдыха взять, когда мне понадобится, допустим. Допустим, даже если решу заводить семью, свадьбу, что-то, или еще дети. В общем, эти часы мне не были предоставлены. Я обратился с заявлением в адрес начальства УМВД России на станции Ланская, и на что ответы были, в общем, смешные, с нарушением моих прав и с нарушением действующего законодательства. Эти ответы я обжаловал в транспортную прокуратуру города Иланского. Транспортной прокуратурой было выявлено нарушение действующего законодательства и нарушение моих прав. Но за это, опять же, никто не понес ответственности. И якобы был вынесен устный выговор за нарушение законодательства, всего лишь устный выговор на нарушение прав человека. Да? По сей день я бьюсь и пытаюсь добиться правды. Суть такая. За отработанные 26 часов в сутки в табеле учитывали всего 19. Но все 26 часов я находился при оружии, и это время не может не считаться нерабочим, согласно всем приказам и также Трудовому кодексу Российской Федерации. Тем не менее, никто не предпринимает никаких действий. Руководство УМВД на станции Ланская утверждает, что они не должны выплачивать никаких выплат, и также за выполнение обязанностей по группе охраны конвоирования, которые не входили в мои обязанности как службы ППС, они были просто добавлены, и за это должна была быть надбавка, их тоже не выплачивали. В общем, вот в такой вот ситуации оказался я за свою честность. Также хотелось бы сказать, что за все время моей службы в органах внутренних дел у меня не было ни одного взыскания, ни каких-то замечаний по службе, и никаких жалоб со стороны граждан. Были благодарности, были награждения. Но вот как-то вот так вот все в итоге складывается. Нелогично, но кому-то на это полностью плевать. И спор с предыдущим работодателем затягивается. Дальше прокуратура, это единственное было представление. А дальше прокуратура не хочет разбираться. Всяческие отписки формальные ко мне поступают. Я продолжаю писать, уже краевая прокуратура, уже на очереди генеральный прокурор. Ну, надежды маленькие, так как это все действует очень сложно. Чтобы обратиться к прокурору, надо подать сначала жалобу в прокуратуру. Он пишет ее своему помощнику, заместителю. Вам даст ответ сначала помощник. Потом вы можете обжаловать ответ помощника, только тогда рассмотрит прокурор. Также обжаловать решение прокурора вы можете потом в краевую. В краевой там еще 2 помощника, опять же, пока дойдешь до самого прокурора. Ну, в общем, добраться до генеральной прокуратуры, до центрального аппарата, где, возможно, кто-то будет смотреть, на что-то будет разбираться, не так, как здесь на местности, так как это никому не выгодно. Это довольно-таки сложный и долгий путь, но сдаваться я не собираюсь. Была подготовлена и направлена жалоба в Верховный суд. Мы надеемся на справедливое решение.